10 июня, в канун Дня России, в администрации города прошло плановое заседание административной комиссии. Даже приближающийся праздник не стал причиной снисхождения к нарушителям закона. Перед началом слушания протоколов о правонарушениях к членам комиссии и жителям города обратился председатель административного совета Владимир Исаев. В преддверии праздника разрешите всех десногорцев поздравить с Днем России. Пожелать всем нам успехов в каждом деле, на своем месте, на своем участке. Чтобы день ото дня, год от года наша жизнь становилась лучше, комфортнее, ярче. А в наших душах всегда было место для любви к своей родине, к своему дорогому и любимому городу Десногорску. С наступающим праздником, Днем России! Ответственность перед окружающими – важный гражданский долг каждого человека. Но многие о нем забывают. На рассмотрение административной комиссии было направлено 18 протоколов о нарушении общественного порядка. Подавляющее большинство рассмотренных дел, 14 заявлений, касались нарушения тишины и спокойствия граждан. Некоторых от повторных нарушений не останавливает даже сумма штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. Вы год тому назад были уже наказаны. Вы должны были сделать выводы какие-то. В прошлый раз вас за что наказывали? Шум тоже. Шум. Строитель. Не кажется, что это уже рецидив какой-то? Один, второй и так далее. Вы выводы сделаете вот из данного нарушения или будете третий раз с вами встречаться? Еще одной актуальной проблемой в Десногорске является нарушение требований, установленных правилами благоустройства территории города. Это касается не только отдельных жителей, но и организаций. Так, одним из садовых товариществ были нарушены правила по уходу за прилегающей территорией. Еще в апреле председателю было вынесено постановление на устранение нарушения и уборку мусора, которое не было выполнено в отведенный 10-дневный срок. Убрать 10 квадратных метров. Собрать мусор по времени, сколько? Час не могут. Нет, поэтому мы живем-то и в том мире, где человек сказал слово, что он сделает, согласился. Я живу в том мире. Вам дали как-то 7 дней, как вы говорите, не 10. Ну тогда сделайте. Вы же были там, была Вера Алексеевна, был Сергей Александрович. Вы говорили, 30 число. За игнорирование первого предписания административной комиссии председателю товарищества предписан штраф в размере 40 тысяч рублей. Еще по двум протоколам установлен штраф в 4 тысячи рублей. Одно производство по делу прекращено. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.